В Одинцовском городском округе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Госавтоинспекторы констатируют, именно пешеходы являются самой недисциплинированной категорией участников дорожного движения. С начала 2020 года на дорогах, находящихся в зоне обслуживания ОГИБДД Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, произошло 21 ДТП с пешеходами, в которых пострадали 18 человек, четверо погибли. Основной причиной по-прежнему остается переход в проезжей части в неустановленном месте.